Здравствуйте! Сегодня у нас 17 августа 2024 года, Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. У нас опять жара пришла, так что все подоставали свои теплые вещи. Сегодня плюс 29, завтра плюс 33, и потом 36-37. В общем, опять аномальная жара, но это не только у нас. Я вот смотрю других людей из других стран, у них тоже жара. Чуть поменьше, но по нарастающей будет до 40 градусов. Вчера 40-градусная. Здесь, наверное, какой-то будет экскурсия. Какой-то экскурсия. Я выгрузилась. В общем, возле исторического музея с самого утра. А может, и не экскурсия. Такие вот группа женщин. Я думаю, какая-то экскурсия. Хотя, кто его знает, по какому поводу они собрались. Ну, знаете, я вчера посмотрела одну женщину. Случайно увидела на просторах Ютуба. Вот она живет в мирном городе и рассказывает о своей тяжелой жизни. О, на самом деле все хорошо, я вам сразу такой спойлер. Дети здоровы, все прекрасно. Учатся, все живы, все здоровы. Но мужа у нее нет. В общем, она там жалуется на свою тяжелую жизнь, и все так плохо, плохо, плохо. И вот я задумалась о том, что где эта степень, где тот уровень, где эта шкала оценивания, насколько все плохо. Задумалась о себе и подумала, что у меня просто все прекрасно. Хотя, ну, знаете, учитывая военную обстановку, да, есть же люди, которым гораздо хуже. Поэтому, знаете, вот почему-то так посмотрела и подумала, что сетовать на свою несчастную жизнь в условиях сейчас происходящего в мире, где людям гораздо хуже, где больные дети, убитые, раненые, потерянные дома. И всегда надо думать о том, что есть люди, кому гораздо хуже, чем нам. И радоваться своей жизни, радоваться каждому прожитому дню. И стараться, наоборот, помочь тому, кому хуже. Сейчас такая интересная история произошла. Я шла и рылась в телефоне, пока шла, смотрела. И заметила, что вчера вечером Рамаз поотвечал. Привет. На своем канале с моего аккаунта. Ой, смотрите, один куклу. Такая старая такая игра. В общем, поотвечал с моего аккаунта на своем канале, потому что он взял телефон, на котором обычно его аккаунт включен. А он был переключен на мой аккаунт, потому что вчера вечером я проводила. Так, сейчас мы пройдем, я расскажу. Так, вчера вечером проводила стрим, и на оранжевом телефоне все было переключено на мой канал. В общем, он даже не замечает, берет телефон, видно, когда я легла спать, и отвечает с моего канала, ну, получается, с моего аккаунта, от себя. Кто-то пишет: у вас там музыка неуместно играла. Он пишет: да, согласен, но это пишется с моего аккаунта, как будто бы. Это пишу я. Ну, в общем, в принципе, это все не важно, но смешно. Смешная такая, смешной моментик из жизни. Есть повод посмеяться. Я сейчас говорю: а ты не заметил, что вчера с моего отвечал вообще аккаунта от себя? Он говорит: нет. Ну, то есть человек даже вообще не заметил. Там с моего аккаунта или со своего, ну, с моего YouTube канала, поняли? Как от меня, как от себя, в общем. Ладно, это все не важно. Было бы это последнее горе. Естественно, удалять уже никто ничего не будет. Пусть будет так. Книги, книги. Много книг.
вещи, вещей тоже много. Да нет, до Воронежа надо догнать, оттуда А может еще и до Урала. А там местные жители говорят, о, хорошо, мы за вас, мы за это. Ну так это ж не нормально, но это ж на какая война может быть. Украинцы, он даже русских и тех эвакуируют. Я знаю. А это, а те свои же, бей свои, чтоб сюда и боялись. А они, суки, за унитазами полезли. Ну скажите, унитазами не хватает. Не, они им говорят, знаете, почему мы, говорит, так легко продвинулись, это потому что мы унитазы не воровали. Ну, видно, и как это... Ну, в общем, я же говорю, приди на рынок, ты узнаешь все последние новости и мнения разных людей. Порой бывают такие... Послушаешь... Здравствуйте. И не рад, что услышал, бывает. Ой, сколько всего интересного. Картины. Та картина хорошая, огромная. Шикарная. В большой раме. Она очень большая. К сожалению, просто основная масса людей... Выпил, разобрал, очистил. Неважно, где она проживает. В любой стране. Ну... Своего мнения не имеет, я так считаю. Возможно, я ошибаюсь. Очень часто просто слышишь, как люди пересказывают то, что они слышат в различных СМИ. В тех или иных, смотря кто что смотрит и кто что слушает. Лучше вообще ничего не смотреть. Тогда уже, если вот ничего не смотреть, тогда... Здравствуйте. Здравствуйте. Ладно. Если ничего не смотреть, тогда еще человек не подвержен воздействию пропаганды и может хоть как-то анализировать и думать. Все тоже разное бывает. Разное случается. Ладно. Там тоже мужчины яро обсуждают, что если у Украины нету спутника, то как же это все происходит? Ну, в общем, помимо поисков различных вещей, люди сюда приходят просто поболтать. Поболтать, посплетничать. Обсудить последние. Ну, знаете, что в основном все приходят в субботу, в воскресенье. Хотя барахолка работает понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу. Все дни, кроме понедельника. Но большинство все-таки приходят в субботу, в воскресенье. Потому что в будние дни кто работает, ну, кто чем занят. Приходят на выходные, собираются. Ну, и последние такие, ну, какая кукляшка. Последние новости обсудить, что в мире случилось, что произошло, интриги, скандалы, расследования. Будете пить? Да. А что ты не заберешь? Я сегодня... шопером иду, потом вам покажу, наверное, в следующей части. Потрепанный паспорт, чтобы оно прокатило. А то что, понял, чтобы не заставили. Слишком много всего, у меня уже все вещи не помещаются. Чебурашка.
все вещи не помещаются в сумочку мою маленькую черненькую. Взяла шопер, нашла. Мне Артем присылал из Риги. Тир. Электронный тир. У кого такой был в детстве? Признавайтесь. Солнце светит, и я ничего не вижу. Вы, наверное, видите, а может быть и нет. Здравствуйте. О, приветствую вас. Всех благ, проходите на нашу глажку. Да. Все найдете. И самовары, и монеты. Кстати, сейчас. Хорошего дня. Привет. Я слышу, люди обсуждают, что кто-то заболел ковид. Не, ну я отчитался, ты понял, да. Здравствуйте. Ну, что у вас нового? Что тут? А крестики? Какие? Это серебро, по 100 рублей. Какое все красивое. Этого, по-моему, не было, да? Будет. Падала. Я еще сняла. Ну давай уже. Хорошего дня вам. Здравствуйте. Добрый день, добрый. Горяченький. Горяченький невозможно держать в руках. Ага. Опять жара пришла. А, да что-то сейчас все болеют и говорят ковид. А говорят ковид опять. Ага, теперь новый какой-то флирт. Зажигалка. Зажигалка в сторону, не, в сторону вмещается, в другую. Оп. А почему дверная ручка? Вот такая, смотрите. Зажигалка. Латунные какие-то. Латунные, вот здесь. Штучка, да? Пара. Я еще не приехал туда. Манюськи такие. Манюпуськи. Женщина говорит, сейчас в армию всех берут. Глухих, слепых. Да? В переулке? Я не видела. Ну, вот мне подошел знакомый, он хотел с работы, ему сказали, не ходи там. Может, я вот это шла в телефоне. Может, они там уже раз и с
Может уже, да, полный автобус. Господи, какой кошмар. Просто издевались. Кино про барахолку делать. Хорошего дня, выздоравливайте. Спасибо. Да, такой типа мастер. Так что слышали? Я думаю, повторять не стоит. Все, что происходит, не нуждается. Да. Здравствуйте. Какая чашка. Ой, вообще чашки огромные. Вот еще новая. Там мальвы такие большие. Да. Еще такая чашка. Смотрите, какая красота. Блюдце. Так, все, друзья, подписывайтесь, привет на канал, кто еще не подписался, всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья, и помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.